Наверное, было обидно уходить на перерыв при ничейном счете по такой игре. Да, но не забили, бывает, гнули свою линию. В принципе, у нас все получалось. Было только момент, ну, момент времени, когда мы забьем. А верил, что дожмем? Конечно. Мы там с первой минуты вышли настроенно после поражения, тем более все были настроены побеждать. И сегодня мы должны были по-любому выиграть. А тяжело играть, когда такая плотная оборона? Ну, конечно, тяжело, но как бы мы знали, что они так будут играть, мы подготовились к сопернику, разобрали, и все получилось. Какова роль болельщиков в том, что мы дожали соперника? Да, болельщики вообще красавцы, и их поддержка всегда на играх очень громкая, их всегда слышно. А что для тебя значит в победах, победы в различных конкурсах? Типа вот игрок месяца в ФНЛ и так далее? Да, я просто люблю футбол, мне нравится выигрывать, и на такие там номинации я особо не смотрю. Просто хочу играть в футбол, выигрывать.